В честь 325-летия Канайби, общественного и государственного деятеля 18 века, в селе Карабулак состоялась районная научная конференция. Он родился в Зериндинском районе. Канайби из рода Караул племени Аргын Среднего Жуза был оратором Батыром Бием своего времени. По предложению хана Абылая и Бухар Жырау, Канайби долгие годы был Тобеби в Среднем Жузе. Он сделал все для того, чтобы Абылай был поднят на белой кашме и провозглашен ханом. Канайби стал главным советником Абылай-хана и главой города Ташкента. На совещании с участием потомков Канайби была озвучена мысль о том, что в родном регионе должна быть названа улица в честь него. Жалпы Канайби ден. Всего к Канайби относятся 6 сел. Все они находятся в ведении Зериндинского района. Это Карабулак, Игелик, Жамантус, Койсалган и Сойлы. В целом хотим провести исследование о нашем предке. В честь Канайби в городе Кокшетау названа бывшая улица Чапаева. Также есть улицы в городе Атбасар и в селе Шортанды. Есть школа имени Канайби, есть сельский округ, есть бюст. Теперь проблема в том, что в своем родном городе, в центре Зериндинского района, в селе Зеринда, нет улицы имени Канайби. По распоряжению правительства сейчас идет мораторий на присвоение населенным пунктам имен людей. Но на имя акима района мы написали письмо от потомков Канайби. Мы считаем, что конференция – это еще один вклад в изучение материалов об известном предке. В ходе конференции учителя и учащиеся школ Зериндинского района соревновались по выразительному чтению, защите проектов, показу образцов с внеклассных занятий. В конце мероприятия были подведены итоги по каждой номинации. В конкурсе чтецов приняли участие 17 школьников. Первое место заняла ученица школы села Игелик Женсая Мурат. Второе место разделили ученицы школы села Кадыры, школы номер 2 села Зеринда Шугала Асылбек и Ирина Шилыкова. Третье место заняли Акния Бегаева из школы села Сейфулина и Арина Ивашова из школы номер 2 села Зеринда, а также Женерке Уразбай из школы села Дунгулагаш. По номинациям активные педагоги, учащиеся, были награждены благодарственными письмами и сертификатами. Зеринбек Калиева, Нурсавле Мурат, Бауржан Смагулов, Кукчи, Ахпарат.